Исполнение современных музыкальных хитов, дирижер в погонах и даже зажигательные танцы с акробатическими трюками – все это о первом номере праздничной программы. Главные действующие лица – духовой оркестр войсковой части 5526 внутренних войск МВД Республики Беларусь. Такой эксклюзивный разогрев моментально задал нужный тон мероприятию и создал праздничное настроение всем гостям вечера. Среди них были и те, кого ждал сюрприз, а именно торжественная церемония награждения. Почетным труженикам и ветеранам Московского района были вручены грамоты и благодарственные письма за весомый вклад в развитие и процветание своей малой родины. Педагоги и военные, водители и общественные деятели, представители и руководители творческих групп и объединений – все они стали главными виновниками торжества накануне Дня независимости страны. Я очень люблю музыку. Поэтому мы создали такую группу «Лагуна». Настолько живой звук, баян, скрипка и солистка Марина Житенева. Мы выступаем на всех праздниках. У нас каждую субботу мы проводим концерты на рынке. Я хочу, чтобы немножко поднять настроение наших жителей, нашего прекрасного города. Наша культура никогда не жила во все времена без меценатов и спонсоров, как я уже говорила. Поэтому спасибо огромное депутату областного совета и нашему генеральному спонсору, нашей, можно сказать, хозяйке Леницкой Наталье Емельяновне. И сегодня особенно хочется поздравить весь Московский район. И словами нашей песни сказать, пусть, конечно же, процветает наш район, наша Белоруссия, мира, покоя, добра. Всем хороших, конечно же, хочется зарплат. И всем, кто ищет работу, найти ее. Здоровья и любви, с которой все начинается. А в первую очередь в своей малой родине. Кстати, площадка около Брестского чулочного комбината не случайно стала эпицентром праздничных гуляний. Именно здесь, на улице Ники Купалы, находится большинство предприятий, которые дают Московскому району право называться промышленным. Кроме этого, у москвичей есть еще один значимый повод гордиться своими успехами. Каждый год растет население района. Сегодня оно составляет порядка 300 тысяч человек. Для них, жителей Московского района, в преддверии главного национального праздника состоялся праздничный концерт. Этот праздник, прежде всего, конечно же, сопряжен с тем, что и именно в этот день наша столица была освобождена от немецко-фашистских захватчиков. И в годы оккупации наш белорусский народ, наверное, как никто, более всех из стран Европы, которые были и ощутили серьезность и жестокость той войны. Поэтому, конечно же, хочется пожелать, прежде всего, нашим людям это крепкого здоровья, благополучия и, самое главное, это мирного неба над головой. 3 июля – день рождения страны, и сегодня каждому жителю Синёка именинницы есть чем гордиться. Идет осуществление социальных проектов, развивается сфера сельского хозяйства, расширяются торгово-экономические связи, строятся новые дома, рождаются дети, а главное – Беларусь остается суверенной. Это подчеркивал каждый гость праздничного торжества, добавляя при этом, что день рождения страны – это повод не только для размышлений, но и для гордости. День независимости, но это возможность жить в свободной стране. Вот, наверное, самое главное. Мы добились свободы, пережили такую войну, и мы этим гордимся, нашими дедами, прадедами. Спасибо огромное им, что они нам подарили вот это действительно настоящее свободное время, где мы можем свободно дышать, трудиться, расти детей, внуков. За это им большая благодарность. Что хочется пожелать своим соотечественникам в этот день? Ой, мира, добра и счастья, чтобы только войны не было. Спасибо всем. Здоровья, здоровья, здоровья. Виктория Трогобецкая, Дмитрий Хрущ, Антон Луговкин, телекомпания БукТВ.